Аня Ганян и Арутюн Мукрчлорчан. Эдгар Аветян и Анна Григорян. Анжела Аветисян и Давид Карякасян. Ну что же, с вами обсуждаем гала-шоу номер 6 «Национальный певец 2019». Объединение в пары. Обсудим, чья же пара была круче на этом шоу. Погнали! Беспала мьюзик. Ребятушки, привет, с вами несменно Богдан. Кто со мной еще не знаком, обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи. Беспала Мьюзик — это канал, на котором мы говорим 24/7 о музыке, и мы с вами продолжаем нашу серию выпусков о национальном певце. Отслеживаю выступления участников с самого начала, поэтому на моем канале вы найдете огромное количество выпусков о National Singer. У нас было много позитивного, много грустного, было, в общем, все как у настоящих семьях. Но победный финал совсем рядом, а участников все меньше, меньше и меньше. И вот осталось, по-моему, всего лишь 6 человек. Да, 6 человек, потому что у нас 3 вокальных пары. На 6-м гала-шоу продюсеры решили сделать такие дуэты, сравнительные батлы, я полагаю, между парами. И, собственно говоря, это для нас открыло новую грань понимания и осознание того, кто на что способен и кто что может предложить своему зрителю. Для меня распределение пар было более-менее понятным, поэтому предлагаю начать с фаворитов этого шоу — Арутюн Муркучан и Ани Аганян. Смотрите, что мне понравилось в этом дуэте. Они органично вписались на сцене, дополняли друг друга, никто не старался показать, кто круче. Они же страховали друг друга и были одним целым на сцене, что и позволило нам получить очень красивую картинку с очень сочным вокальным звучанием, потому что, на удивление, голос Ани и Арутюна сочетается бомбически. А вот во всем остальном было более-менее пресновато, привычно, понятно, то ли я уже привык к этому шоу на протяжении 3 месяцев, и мне крайне тяжело увидеть что-то такое новое, чтобы глаза загорелись, и ты прям захотел смотреть прям все, да? Но чего-то где-то как-то мне не хватило в плане разнообразия, да? Но это претензия не к участникам, потому что они молодцы, их пара выступила бомбически. У меня больше претензия к продюсерам шоу, ну не то чтобы претензия, да, а пожелание, что нужно как-то разбавить, то ли сделать номера танцевальные, то ли может добавить какую-то массовку. Я понимаю, что это шоу вокальное, но все же хочется чуть-чуть зрелища, и зрелищем тут такая полная просидка получается. Я ребятам без привлечения с огромнейшим удовольствием поставлю 10 из 10 и плавно переходим с вами к... Как вы думаете, кому? К Эдгару Аветяну и Анжеле Григорян. Вот в их паре я увидел небольшой диссонанс. Мне кажется, что Анна старалась чуть-чуть больше дать мощи вокале, нежели Эдгар, дабы показать, что она круче. Хотя, мне кажется, это несколько несуразно, потому что мальчик и девочка, это не девочки соревновались между собой. Поэтому в их паре был присущен диссонанс. Можете бросать в меня камни, но я говорю, что я думаю. Я не буду подстраиваться, не буду делать так, чтобы понравиться всем. Это невозможно. Говорю свое субъективное ощущение, мнение. И к тому же мы не в детском саду. Вам не нравится? Напишите, почему вы считаете иначе. Для того я и снимаю данное видео, чтобы мы вместе смогли с вами на одной общей площадке обсуждать происходящее событие с National Singer. Вот Анна как-то всячески пыталась чуть-чуточку, капельку притянуть внимание на себя, и как-то Эдгар в этом всем потерялся. И для меня их пара не получилась такой гармоничной, допустим, как это получилось у Ани и Арутюна. Но в то же время, может, показалось так только мне, поэтому тут вдвойне важно обсуждение с вами, узнать ваше мнение. Потому что пары распределены как-то очень неоднозначно, участники тоже вели в этих парах себя неоднозначно, и пока что для меня только
состоялась одна пара, о которой я сказал ранее. И не потому, что они мои любимчики, а потому, что это действительно так. Выглядело все прелестно со всех ракурсов. Тем не менее, что Анна, что Эдгар были ровненькие в своем вокале, они показывали привычный нам уже уровень. Мы плюс-минус понимаем, на что способен каждый из участников, что он может предложить своему зрителю. Поэтому за вокал, конечно, поставлю ребятам тоже 10 из 10. Но зрелище вот этой целостности картинки я не увидел, поэтому, к сожалению, Эдгар и Анна получают 8 из 10 баллов. Ну и кто же у нас на закуску? Конечно же, Анжела Витисян и Давид Крякосян. Честно сказать, не знаю, как оценить это выступление. Вроде все хорошо, но в то же время ничего хорошего. По типажу ребята сочетаются, но вот вокально, ну, не подходят они друг другу. У них совершенно разная энергетика, разный темперамент каждого персонажа, поэтому на сцене их дуэт он выглядел вроде как together, но в то же время порознь. Хотя среди всех пар именно их композиция мне понравилась больше всего. Но я не видел вот этого единства, потому что именно оно должно быть, поскольку это дуэт, и не хочу об этом говорить 100 раз, вы понимаете, что в дуэте очень важна взаимная работа двоих партнеров. Тут ни в коем случае нельзя перетягивать одеяло на себя и говорить, какой я классный, и пытаться показать это всеми фибрами души. Так что у меня капец, какие смежные ощущения. Конечно, Давид и Анжела спели хорошо, это не было прям перфект, это не было их вышкой, поэтому за вокал поставлю ребятам 8 из 10, но за целостность дуэта, извините, пожалуйста, 5 из 10. Поэтому давайте с вами подведем итоги, кто же у нас фаворит, кто был самым крутым, а кто был не очень. Ну что же, третье место я отдаю, конечно же, Анжеле Витисян и Давиду Кирокусяну. Все-таки не получился у них классный дуэт, поэтому чуть-чуть уступили место другим. На втором месте в золотой серединке у нас находится Анна Григорян и Эдгар Аветян. А вот пальму так называемого первенства я с огромным удовольствием отдаю Арутюну Муркучану и Ане Аханян. Молодцы, справились, все получилось, все удалось, не к чему придраться, потому что талантливые люди талантливы во всем. Ребят, с вами был Несмена Богдан и мой музыкальный канал Беспалов Мьюзик, поэтому обязательно присоединяемся, становимся частью моей интернет-семьи, поддержите это видео комментарием, лайком и не забудьте подписаться. Вместе будем покорять музыкальное пространство YouTube. Я не прощаюсь, говорю вам до скорых встреч, конечно же, на моем канале. Па-па! Беспалов Мьюзик!